Из Кендако района и зовут его Али. Вообще по жизни очень, сука, странный человек. Когда сказали, что пора и тачку покупать, я думал целый век, он будет что-то подбирать. Спустя буквально месяц вижу, как Али же болгар. В машине едет, прицепил блатной какой-то номер. Кричу ему, Али, и что это за тачка, дядь? Тогда с ней орал на пол района, камни 3-5. Сказать, что был я в шоке, это словно промолчать. Ведь у флексера Олега есть Камри 3-5. Вещи делают, японцы едут запад покорять. Теперь Олежа люто флексит в Камри 3-5. Но ветру ведет опять, жесткий стиль и 3-5. Стер передние, все шины едет, их уже менять. Залогинился на тюбе, под обзором написал: Камри, это так надежно, на твой бимер я плевал. Камри 3-5, у, Камри 3-5. Любви достойна только мать и Камри 3-5. Камри 3-5, у, Камри 3-5. Любви достойна только мать и Камри 3-5. Первые 60 километров. Мне не нужно долго рассыпаться в сантиментах. Знают все давно, что Камри — это пушка-гонка. После Камри в других тачках чувствуешь себя неловко. Это фити-фити-кит и кузов Камри 3.5. У нее плохого даже нечего сказать. Все суки выкупают, сразу ты предприниматель. Если видишь его в Камри, сука, он твой наниматель. Я твой неприятель, я твой покупатель. У меня багажник и стволы, и битый дядя. Базарик кучерява будешь, когда я скажу. У меня много сна, и ты залей, я подожду. Поехали на свитик и зарубимся с тобой. Не вздумай мне отказывать, не жертвуй головой. Мне ничего не стоит,